хочешь узнать, какой Кербиус сильнее? Тогда ставь лайк, подписывайся и погнали! Привет! Ты на канале Team Vintage. Сегодня у меня на обзоре два Кербиуса. Это копии. Ну ты знаешь, что иногда копии лучше оригинала. Но прежде чем начать распаковку и сразить их в бою, я хочу объявить конкурс. Какой Бейблейд из этих будет сильней, того я и разыграю. А еще я хочу проверить твою внимательность. В следующее воскресенье я объявлю конкурс на другой Бейблейд. Хочешь узнать какой? Тогда смотри внимательно видео. У меня на столе в течение всего видео будут появляться новые предметы. Бери их первую букву и составляй название конкурсного Бейблейда. Итак, у меня Кербиусы от двух компаний. От компании И и от компании 3N. Рассмотрим их упаковки. У И фирмы, у них нормальная коробка, а у 3N смешная. Смотрите, кто тут изображен. Это же хозяин Геркулеса. Высыпаем сначала с этой коробки, а потом с вот этой коробки. Запускалки у обоих фирм одинаковые. Распаковываем Кербиуса от фирмы И. Энергетический диск, силовой диск, наклейки и драйвер. А теперь посмотрим, что подготовила фирма 3N. Драйвер, наклейки, силовой диск и энергетический диск. Кербиус Бейблейд защитного типа. Его аватар — трехголовая собака Цербер. Только у фирмы И она серого цвета, а у фирмы 3N черного цвета. У Кербиуса на энергетическом диске есть дополнительное металлическое кольцо. Смотрите, оно как цепь с одной стороны и с другой стороны. Только в этом Бейблейде у него детали подвижнее, а у этого нет. Силовой диск у Кербиуса под номером 7. У фирмы И силовой диск так и есть, а вот у фирмы 3N он у него как у Геркулеса. Пока лидирует фирма И. У Кербиуса должен быть шариковый наконечник, как у Вайврона. Теперь сравниваем две фирмы. У фирмы И он шариковый, а у фирмы 3N он у него шариковый, но маленький. По комплектации побеждает фирма И. Осталось теперь только сразить и выяснить, какой Бейблейд останется на конкурсе. Привет, друзья! Я, как всегда, стану Тиминым соперником. Тимофей, какой ты Бейблейд себе выбираешь? От фирмы И или от фирмы 3N? От фирмы И. И, ребята, не забываем обращать внимание, какие вещи лежат у Тимофея на столе и какой Бей мы разыграем в следующее воскресенье. 3, 2, 1. Так, это твой, да? А вот этот темнее, это мой, который от фирмы 3N. Ну, посмотрим, какой окажется лучше и какой мы объявим на конкурс, да? Тот, который победит, будет ваш, ребята. Так, что-то они оба виляют. Ну, этот больше виляет. Ну, сейчас посмотрим. Да! Да, смотри, мой остановился. А? Ну, давай еще раз. Раунд второй. 3, 2, 1. Вот мой, вот мой. Ага. Драйвер отличается. Да, драйверы у них разные. Мне кажется, что у фирмы И более устойчивый, так как он больше приближен к оригиналу.
здесь что-то явно не так. Да, опять мы проигрываем. Ну и чтоб наверняка раунд третий. 3, 2, 1, вперед! Вот. Ага. Слушай, ну от фирмы И тоже неплохо. Ой, от фирмы 3N тоже неплохо идет. То есть он, да. Ну смотри, хорошо крутится. Просто у фирмы И наконечник совсем другой, он да. более устойчивый. Он больше и вот шире типа. Да. Да. Ребята, мы разыгрываем Кербиус, объявляем конкурс на Кербиус от фирмы И. В прошлом воскресном конкурсе победил Марк Бейблейд. Он первый нашел 10 отличий. А чтобы выиграть этого Кербиуса, вы правила знаете. Подписаться на канал, поставить лайк и главное, чтобы были открыты подписки. А тот, кто был еще внимательнее, наверное, уже догадался, какой Бейблейд я разыграю в следующий воскресный конкурс. Напишите в комментариях, кто уже догадался. Подписывайтесь на канал Team Vintage. Пока-пока!